Всем привет! Сегодня мы начнем изучать Майнкрафт. Кто уже умеет, может просто смотреть. Кто не умеет, пусть учится. Я тоже вместе с вами буду учиться играть. Для начала нам нужно сделать верстак, в котором будем создавать инструменты, которые в свою очередь будут нас защищать от всяких мобов и давать нам еду. Так, первым делом нам надо срубить несколько деревьев. Так. Кучу дров наломать. Потом мы сделаем себе топор, и будет легче рубить. Должно быть интересно. Так, уже 5 штук есть. Надо кучу досок наделать. Такие грибы растут, интересно. Но тут нет соседа. Это уже хорошо. На нас пока никто не нападает. А вот для начала я срубил 9 стволов или 9 кусочков ствола. Так, сейчас попробуем сделать досок. Нажимаем на кнопку E, чтобы выйти в инвентарь. Левой кнопкой мыши кидаем наши деревья в область создания. Левой кнопкой мыши закидываем. Ну и сейчас правой собираем. Щелкаем на правую кнопку мыши. Вот у нас получается 36 досок и кидаем на свободное поле. Это у нас песок. Не знаю, выкину. Но выкидывал. Так, ну можно в первую ячейку переместить. Так, все, доски у нас есть. Так, что там такое? Дерево такое интересное. Ой, опять собрал. О, все, скинул далеко. Теперь сделаем верстак. Правой кнопкой мыши нажимаем, чтобы разделить нашу кучку на две части. Так, перемещаем левой. Еще раз правую, еще раз левой, еще раз правую, еще раз левой. Получилось по 9 штук. Видимо, у нас может создаться 9 верстаков. Можно сделать дом из верстаков. Вот, видите, я только начинаю. У меня новое достижение. В этой игре у меня будет ник лесной. Вот, случайно все выкинул. Ставим верстак в любом интересном месте. Допустим, вот здесь. Далее сделаем, наделаем палочек. Так, ну. А, ну давайте в верстаке. Так, вот я на правую кнопку мыши нажал на верстак. Ну и берем левую кнопку мыши. Нажимаем, получается. Тут пишут, кнопку можно сделать. Делим нашу кучку пополам правой кнопкой мыши. И жмем вниз. Сам рисунок уже похож на какую-то прямую линию, на палочку. Вот нам 4 палки хватит. Кладем сюда. Доски собираем левой кнопкой мыши. Так, ну ладно, можно было не забирать. Дальше кладем, делаем рукоятку топора. И как вы видите, сами по себе очертания топора получаются. Вот, как раз палка и
сама вот это само лезвие даже похоже с виду, только странно, что смотрит. Ну-ка, если вот так, а ну вот тоже видите, точная копия топора. Берем левую кнопку мыши, ну лучше наверное два топора. Так, у нас палок получается уже не хватает. Можно сделать еще мотыгу, лопату. Так. А, сначала палочек наделаем. Вот штук 12. Так, сделаем. Не знаю, может быть, лопату. Доски сюда, палочки сюда. Вот у нас лопата есть. И нам нужно еще оружие. Это, скорее всего, рукоятка. Так, ну вот меч деревянный, видите? Рукоятка и длинное лезвие. О, к бою готов, новое достижение. Что нам еще понадобится? Так, ну, мотыга. Вот мотыга получилась. А, деревянная кирка. Ну, кирка. Пора в шахту. Что нам понадобится больше? Так, ну, может быть, всего сделать по два. Две лопаты. Вот так лучше, наверное, даже сделать, чтобы над каждым был запасной вариант. Это сюда. Делим на правую кнопку мыши и на левую щелкаем. Так. Вот. Ой, это что я сделал? Навыкидывал. Вот мы уже готовы к чему-то. Теперь можно нападать на животных. Так, роликом мыши перемещаемся по инвентарю. Сейчас съедим овцу. Так, вот у нас мясо получилось. Сырая баранина. Баран. Ну, это как овца, только самец. Уже становится темно. На правую кнопку мыши едим. Видите, у меня уже 5 косточек написано, что не хватает. И еда заканчивается. На правую кнопку мыши едим. Так, осталось 4 косточки. Ну, видимо, надо еще. Так, уже темно, сейчас меня бьют, видимо. Курицу с первого удара убил. Так. Едим опять на правую кнопку мыши. Так, деревянный. Так, уже темно конкретно. Зарываемся, наверное, в землю. О, нет. Так, вот я зарылся. В принципе, можно даже замуроваться, наверное, вот так. И получается полная темнота. Вот, я замурован. Ну, наш первый урок закончен. Спасибо всем за просмотр. До следующих уроков. Всем пока.